В этом году мы получили поддержку уже гранта президента Российской Федерации. Проект будет реализован не только по Республике Татарстан, но и за ее пределами. Вот у нас есть такая замечательная картинка, можно ее поставить. К проекту «Зеленый фитнес» уже присоединилось порядка 23 городов, то есть мы сейчас подключаем активистов, энтузиастов, тех людей, которым интересно развивать наше движение за пределами Республики Татарстан. То есть и в Республике будет реализовано движение, а также за ее пределами. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».